Всем привет, с вами Илья. Я сегодня собрал корабль Ронин. Тут есть кабина, вот. Тут есть кресло, и тут должен сидеть мини-фигурка. Так. Тут есть еще хранилище, вот. Вот, я их открыл. Спереди пулеметы. Четыре пулемета на правой стороне и на левой. Тут есть, у него еще есть турбины, вот. И с этой стороны тоже. Вот эта часть крутится от вот этой. У него есть спиннер, вот. Если дернуть сильно за вот эту ручку, он взлетит. Еще есть удобная ручка для экрана, вот. И тут есть, какие-то решетки, которые, вот, как двери. Всем спасибо за просмотр. До новых встреч. Пока-пока.